В Саратове должен появиться онкологический центр. На проект современного медучреждения необходимо порядка 45 миллионов рублей. Средства на документацию губернатор предложил выделить из регионального бюджета. Напомним, новый онкоцентр в Саратове будет построен по инициативе Вячеслава Володина. Договоренности о его возведении были достигнуты в конце июня между председателем Госдумы и министром здравоохранения России. Также на внеочередном заседании областного парламента депутаты одобрили проект поправок в бюджет 18-20 годов. Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на лекарственное обеспечение, поддержку физкультуры и спорта, а также другие важные социальные проекты. Это касается непосредственно в том числе лекарственного обеспечения, это и перераспределение средств для проектирования онкоцентра, который рассчитан у нас построить в городе Саратове, для нас это очень важно. Это и строительство школы на 1100 мест в поселке Солнечном, ну и так далее, ряд других.